Погнали! Гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости? По утрам? Голос как у Бино прям. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, барам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известным всем тарам-барам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Спустя вечерние пола хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. Ай. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Ага. Тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Они ужасно рады? Постой, теперь получается, что я не иду в гости. А что же делать? Это Пьеро. Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Поддержим, поддержим, поддержим. Поддержим гости по утрам. Тарам-тарам. Отлично, хороший выход. Я думаю, здесь стоит поаплодировать. Очень классно сделал. Идем дальше. Экстра. Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а тут от меня отстает. Отлично, аплодисменты для экстра, давайте его поддержим. И продолжает чудо. Под мелодию экстра. За окном еле слышно падает первый снег. Вдруг остановились минуты и отвернули свет. Света не надо, давай посидим в темноте. Отлично, давайте поаплодируем. Это чудо. Итак, экстра, Пьеро, чудо. Кто выбывает из этого раунда? Судьи, 3, 2, 1, это только один человек. И это чудо. Давайте поаплодируем этой девчонке, она молодец. Ты чудо, ты реально чудо. Ну что, друзья?